уже здесь? Отлично! Ну тогда мы начинаем. С вами программа 200 и я, Полина Винокурова. Сегодня в нашей программе странное слово «бюджет», сломанная и целая студия и самая любимая в ульяновске буква. 2 недели с прошлого выпуска пробежали совсем незаметно. А знаете почему? Потому что было интересно. Во-первых, у нас тут в Арске проходили гонки на УАЗе по бездорожью. Прямо как в кино. Моторы ревут, грязь фонтаном. Кто-то даже так перевернулся. Но в конце все оказались целы. И наш ульяновский гонщик даже занял 3-е почетное место. Во-вторых, в прошлые выходные прошли сразу 2 первенства на Кубок города. По боксу, кудо и игре в городки. Команда 200 поздравляет победителей. Так держать! Главная же новость этих выходных. Сегодня, наконец, открывается после ремонта кукольный театр. Зря вы думаете, что он только для малышей. Там даже для взрослых есть спектакли. А уж для нас с вами сколько угодно. Все на открытие! Вот взрослые думают, что мы еще маленькие и ничего серьезного пока не понимаем. А вот и нет, о чем они все время в новостях разговаривают. О бюджете? Сейчас мы с вами во всем разберемся. Мы же не малышки какие-то. Скучные новости этих взрослых. То и дело из телевизора слышится «бюджет, бюджет». И что в нем такого важного? Пойди да разберись. А почему бы и нет? Давайте разберемся. Ведь на самом деле все не так уж и сложно. Бюджет – это деньги, но не просто деньги. Во-первых, у бюджета всегда есть хозяин. Во-вторых, в нем всегда все четко спланировано. То, откуда деньги появятся, и то, на что нам придется их потратить. Хозяева у бюджета бывают разными. Это может быть человек, или семья, или организация, или даже целый город. Когда речь идет о человеке или семье, все более-менее понятно. Но как быть, когда хозяин бюджета – область? В этом случае бюджетом управляют разные министерства и ведомства. Слово «бюджет» переводится с английского языка, означает «кожаная сумка». В такой сумке канцлер казначейств приносит в английский парламент проект доходов и расходов на следующий год. Расходы – это то, что нам приходится тратить. А доходы – это то, что мы получаем. С нами это более-менее ясно. Мы деньги получаем от родителей или, например, подарок на день рождения. Доходы семейного бюджета – это то, что мама и папа зарабатывают. А вот откуда деньги у города или даже региона? Наш бюджет состоит в основном из 3 источников. Это налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на прибыль. Акцизы выплачивает предприятие от объема своей производимой продукции. В основном это самый большой источник нашего бюджета. Он составляет более 15 миллиардов рублей. И вот посчитали министры, сколько у области денег в следующем году. Сразу за голову хватаются. А на что их тратят-то? Как их делить? Представим, что бюджет – это пицца. Разрежем ее на куски. Этот – на содержание полиции, пожарных и других важных служб. Вот это – на строительство новых детских садов, школ и больниц, на зарплату учителям и врачам, на праздники, конечно же. А еще город к Новому году надо украсить. А пицца закончилась. Вот в этом-то и есть главная сложность. Надо бюджет поделить так, чтобы на все хватало. Бывает, что нужно сразу много всего, а средств маловато. В этом случае определяют самое важное, то, без чего никак нельзя обойтись. И в первую очередь отправляют деньги на это, а потом уже остатки бюджета распределяют на все остальное. Все наши отрасли, они приоритетные. Каждую мы стараемся не обидеть, но большую часть мы тратим все-таки на отрасли социальной сферы. Это социальная политика, образование, здравоохранение, культура и спорт. Эти средства направляются на выплату заработной платы нашим врачам, учителям, на оказание медицинских и образовательных услуг. Также строятся спортивные и культурные объекты. И вот именно сейчас у нас решают, как же распределить все деньги, которые будут у региона в следующем году, так, чтобы на все хватало и никому не было обидно. Кстати, мы решили узнать, а про детей в новом бюджете не забыли? Про нас подумали?
Для детишек у нас в бюджете предусмотрен специальный детский бюджет. В следующем году он будет более 12 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на развитие образования наших детишек. Также, к примеру, будет направлено на приобретение в больницах оборудования для специального качественного обследования детей. Также строительство новой школы, детских садов. Будут отремонтированы и заменены окна в 24 детских садах и 91 школе по всей области Ульяновской. Пока это только планы, потому что бюджет нашей области на следующий год еще не утвержден. Зато мы с вами теперь уже точно знаем, что все эти взрослые новости про бюджет касаются и нас с вами тоже. Главное во всем этом как следует разобраться. Специально для детских вестей Елизавета Рубцова. Знаете сколько? Это целых 100 лет. Вот ровно столько исполнилось в этом году одной ульяновской фабрике. Чего же такого нужного она делает? Смотрим в сюжете. Ой-ой, что теперь будет? Вот не влетит от мамы, от папы. О, придумал. Не, не пойдет. А если вот так? Тоже никто. Придется решать вопрос по-взрослому. Где там у нас мебель-то делают? О, вот, старейшая мебельная фабрика в Ульяновске. Вот туда-то я и отправлюсь. Если там уже 100 лет мебель делают, то уж одну несчастную ножку для стула точно выпилить смогут. Или вырубить. Что обычно с ними ножками делают? Ладно, сейчас разберемся. Только вот что-то я не вижу. Из чего тут вообще мебель можно сделать? Лежат какие-то доски, фанерки, листы. Где тут ножки-то искать? Из чего их делать? Я помогу твоей беде. Расскажу, как делается это. Нам приводят дерево, мы его пилим, склеиваем между собой, чтобы это держалось крепко, чтобы можно было сделать твою ножку. Обрабатываем все это дело на станке, и получается вот такая твоя ножка. Пожалуйста, обращайся. Ножка-то получается, жалко только делали ее, не для моего стула. Но зато теперь стало понятно, как это работает. На фабрику дерево прибывает уже подготовленным. Из него сначала выпиливают детали. Вот на этом станке. Этот мастер задает нужные размеры, и материал пилится так, как надо. Затем получившиеся заготовки отправляются на специальный станок, который, если нужно, доводит их до ума. Детали бывают разные. Какие-то сразу после этого готовы. А какие-то еще нужно склеить между собой, отшлифовать и делать нужные отверстия или узоры. Иногда работы станка недостаточно. Нужны опытные руки мастера. Как, например, вот с этой деталью от будущего стола. Кстати, видите, рядом со мной ребята? Они пришли с экскурсии на работу к своим родителям. Вот вы знаете, чем ваши папа и мама на работе занимаются? А они не только своими глазами видят, но им даже попробовать дают. Вдруг они тоже захотят в будущем здесь работать. Я тут видела, как делают декор для кухни. Как делают саму кухню из дерева. Как закругляют дерево. И как заклеивать, чтобы не пораниться. И красиво было. Кстати, я тоже видел, как этот декор делают.
Вот в этот станок закладывается специальная древесная паста, а потом барабаны выдавливают на ней рисунок. Получаются вот такие вот красивые полосочки, которые потом приклеиваются к самой мебели. Жалко стула, но ему они не нужны. Красиво бы вышло. Кстати, о стуле. Вернемся к ножке. Вот деталь отшлифована и приготовлена к сборке. Но сначала ее надо покрасить. Для этого она отправляется в специальный цех. Ей там придают нужный цвет, покрывают лаком и дают высохнуть. Все, теперь мебель готова к сборке. Только собирать ее удобнее не на фабрике, а там, где она будет стоять. Поэтому детали упаковывают и в коробках доставляют покупатели. Вот так в наших домах появляются столы, стулья, кухни и вся остальная мебель. Ну что ж, пора и мне заняться делом. Как там мастер сказал? Вырезать, клеить, отшлифовать? Да уж, легко сказать, отшлифуй. Не так-то это и просто. Видно, придется мне все-таки во всем признаться маме. Хотя, думаю, она меня простит. Ведь теперь-то у меня есть точный план, как все починить. Вот только я немножко подрасту и все обязательно исправлю. Специально для детских вестей Иван Шернов. Дни рождения бывают не только у людей в фабрике, но и даже у букв. Вот в честь одной из них сегодняшний наш опрос. Yeah! 29 ноября будет день рождения буквы Ё. Ни для кого не секрет, что в широкое обращение ее ввел наш земляк Николай Михайлович Карамзин. Мы решили узнать у ульяновцев, как часто они пользуются этой буквой. Как вы считаете, нужна ли в русском алфавите буква Ё? Я считаю, что обязательно нужна. Как можно без буквы Ё? И памятник у нас есть этой буквы. Есть и фамилии, и имена с буквы Ё, так что она нужна. Как часто вы ее используете? Как без нее. Вот видите, без нее. Можете назвать слова на букву Ё, кроме слов ёжик и ёлка. Ёршик. Молодец. Ёрничать. Ёршик. Так сразу не вспомнить. Ёлки-палки. Ё-моё. Не забывайте ставить точки над буквой Ё, чтобы не потерялся смысл слова. Самое приятное наша рубрика «Мультик от лаборатории мультфильмов». Сегодня она будет необычным, очень познавательным и интересным. По легенде, в лето 1765 года императрица Екатерина II, путешествуя по Волге на галере «Тверь», заезжала в село Головкино к графу Ивану Григорьевичу Орлову. Желая удивить императрицу, граф распорядился весь путь от пристани и до села усыпать солью и привезти Екатерину II по солевой дороге на санях летом, как зимой. Для императрицы был специально срублен сказочный терем. Екатерина осталась чрезвычайно довольна приемом. Особенно ей понравилось кататься летом на санях. После возвращения в Санкт-Петербург царица выделила деньги для постройки на месте этого деревянного терема каменного дворца и церкви. Дворец и церковь были построены по проекту архитектора Баженова и долгое время были архитектурным памятником и украшением Поволжья. Программа всегда так, только началась, и уже пора прощаться. Но не спешите переключаться. Вас
идет афиша и инструктаж по погоде. А я с вами прощаюсь. Всех веселых вам выходных. Пока! Я не представляю, что было бы, если бы не было мамы. Мама у меня такая, она веселая, она может сделать, что хочет. Она мне помогает. Но она мне говорит, как правильно, а как неправильно. Мне волосы каштанового цвета. Не каштанового, а темного. Какая разница, у нее же они не черные. Она меня учит знать, чтоб я знала. Она меня иногда ругает, но только за дело. Ну, когда я, например, весь день чем-нибудь прозанимаюсь, но не уроками. Даже когда мне грустно, она пытается меня развеселить любыми способами. И у нее всегда получается. Ну, еще мне нравится, как она готовит котлеты. Я думаю, что мама должна хорошо готовить, потому что если она не будет уметь готовить, то мы умрем с голода. Моя мама такая неожиданная. Ну, может, немного накричать. Мама меня прям заставляет делать уроки. Я стараюсь ей всегда тоже угодить чем-нибудь. Радую ей тем, что помогаю ей по кухне, еще что-то ей помогаю. У нас мама сильно устает. Я хочу, чтобы мы вместе чаще гуляли, играли. Давно мы время вместе не проводили. Дети любят маму, потому что для них это самый близкий человек. Все мамы самые хорошие, потому что они самые родные для детей. Она больше всего любит, чем кто-либо другой в семье. Даже чуть побольше, чем папа. Детям нужна любовь и поддержка. Всегда. У меня самая лучшая мама на свете. Моя мама! Она такая хорошая! Она добрая! Мечтать о такой нельзя. С днем матери всех мам, и особенно мою. Мамочка, я тебе желаю, чтобы ты всегда оставалась такой красивой, умной и доброй. Я желаю счастья, здоровья и чтобы дел по дому было поменьше. Я желаю маме, чтобы она всегда была здорова. Я бы хотела ей пожелать дискотеку. Мам, я тебя очень сильно постараюсь не расстраивать. Я обещаю, что я буду всегда слушаться маму. Я хотела бы почаще с мамой время проводить там. Я люблю сильно. Я люблю свою маму. Я тебя люблю, мама! Мама, я тебя очень люблю. Это маме надо очень много готовить, следить за детьми и во всем помогать своим сыновьям и дочерям. Когда мама расстроена, я, чтобы сделать ее веселее, делаю уроки. Она сейчас меня тоже чуть-чуть заставляет делать строгость. Но все равно она милая. У нее получается самые вкусные блюда. Частично вкусные блюда. Потому что надо ухаживать за детками, кормить их, а самой поработать. Мама моя хорошая, добрая. Она со мной играет. Мамочка, ты у меня такая хорошая и добрая. Моя мама очень добрая, всегда все разрешает. Моя мама радуется, не знаю, когда я уроки сделал. Она не прошла, хотя так ни разу не было. С днем матери всех мам, и особенно мою. Мамочка, я тебе желаю, чтобы ты всегда оставалась такой красивой, умной и доброй. Они просто лежат в постели и там отдыхают. Мамы очень устают. Моя мама очень красивая и добрая. Несмотря на то, что недавно произошло похолодание, солнце светит очень ярко. На воскресенье, предстоящую неделю, будет морозно, и снега пока не ожидается. Ваш инструктор по погоде Евгения Жупцова. Ой, кажется, снежинка прилетела.